Здравствуйте, меня зовут Симхаева Мария. Я учусь в школе профи-школ. Кем ты хочешь стать после школы? Я хочу после школы профи-школ стать стоматологом. Здравствуйте, меня зовут Джагарян Серж. Я учусь в школе профи-школ. Я уже во втором классе. Я прошлый класс Galaxy закончил на одни пятерки. Честно. Ну, иногда, хоть и редко, бывают четверки. Кем ты хочешь стать после школы? Я себя вижу ювелиром, очень хорошим, и я буду богатым, красивым, буду хорошим мальчиком. Здравствуйте, меня зовут София, я учусь в школе профи-школы. Я уже во втором классе Смайл, и мне очень нравится эта школа. Раньше я училась в другой школе, в первом классе, там не было как здесь. Она была не частная, получается, ну, местная школа. Но мне больше нравится тут, чем там. Вот. Кем ты хочешь стать после школы? Думаю, стоматологом, потому что я стоматологи, они вообще много чего должны знать. И, ну, я вижу себя стоматологом.